Приветик. Мое безработное приключение продолжается. Я потихоньку знакомлюсь с Грифортом и его обитателями, в надежде найти свою золотую жилу здесь. Собрав вещи в мешок после последней вечеринки, я двинул на улицу там поиск людей. На парковке была небольшая группа. Добрый день, товарищи граждане! Здравствуйте, здравствуйте. Добрый. Как добрый. Ваши дела? Доброе утро. Хорошо, у вас как дела? Отлично. Только проснулся. Отлично. Ой, он машину царапает, смотрите. Какой ужас. Да, плохой из него водитель. Это нормально водитель? Что ты жалуешься? Сам мне лучше бы сделал. Придется оформлять страховку точно владельцу машины. Да, согласен. Ну, сам виноват, что начал врезаться в меня. Товарищи. Да. Как мне бы устроиться на работу на лесопилку? Ну, это хорошо. А там, кстати, около полицейского участка есть вакансии, там адрес есть. Можете посмотреть. Великолепно, спасибо. Ну там найдете листовку с вакансиями. По наводке одного человека из группы я нашел листовку с вакансиями. Мне нужно было оформить паспорт у мэра, затем устроиться на работу. Этим всем я занялся в первую очередь. Мэр! Где мэр? Мэр! Ты не в мэр случайно? Мэр! Мэр в мэр, похоже. Мэра найти мне не удалось, как и владельца магазина. Но все оказалось на самом деле куда забавнее. Понятно. Опять. А чтоб его. Опять уехал на свои Мальдивы. А владелец магазина здесь или нет? Владелец магазина. Метаясь по городу и пытаясь найти свою судьбу, я нарывался на случайных прохожих, с которыми вязались небольшие разговоры. Ладно, был тостер, теперь телевизор. Он как раз тут в мешочек сейчас пригодится здесь. Жизнь мигранта весьма непроста. Желание жизни меня никогда не покидало. И приходилось вертеться, как только можно, пробираясь в разные дома и творя недобрые поступки. Эй, кто-нибудь внутри есть? Добрый день. Добрый. Вы не знаете, где находится владелец магазина одежды? Без понятия. Товарищ полицейский, вы не... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не знаете, где владелец магазина одежды? Я, честно говоря, не знаю. Не знаю. Поищите его, может быть, найдет. Спасибо, хорошего вам дня. Дня. До свидания. Я нашел ключи и решил проверить парковку. Но соваться туда было опасно самому и очень подозрительно. Да. А что это у вас за машины стоят за забором? Где? На территории. Это же штрафстоянка. Штрафстоянка? Да. Оо, а машины эти, что с ними происходит, если товарищ не уплачивает налог? Точнее, штраф. Их на аукцион отправляет мэр. О-о-о. А можно было бы осмотреть машины? Ну это уже, ну, только внешние. Получается, под капотом уже на самом аукционе осмотреть. Конечно. Ох, замотылялся я по городу. Не поспеваю, устали, еле ноги
двигаются. Новоприбывший? Да, да, да. Вот ух ты! Машины. Какая машинка. Да, я бы на ней покатался. Ну, это больше семейные. Да. Ну да. О, вот это раритет вообще. Какая машина, какие формы. А почему эти машины стоят на штрафстоянке? Они не используются у нас. А, вот как. Понятно. А я вот думал, что ваши сотрудники уже нарушают. Осмотрев замок на машине, я убедился в том, что ключ, найденный мною, подходит. Осталось только попытаться пробраться туда ночью незаметно и сделать грязное дело. Окончательно опечалившись, я сел на остановке.